You're gonna need a bigger boat. Денис. Денис нам добыл рыбу-крылатку. Говорят, они очень ядовитые. Попробуем еще раз. Третий добыл. Рыба-крылатка ядовитая. Вообще ее советуют даже отлавливать, потому что она губит все коралловые жизни. Просто в видео. Кто там? Рыбки? Не, ну а что, все сняли про рыбалку, блогеры, а мы что? Там говорится, не можешь победить ее, съешь ее. Может, тупой. Вот это рыба-крылатка. А это английский ром настоящий. Красота. Фил, давай, прокладывай курс. Поехали уже. Сколько можно стоять? Давай, рули. О, молодец. Дэн дал команду расчехлять парус, чтобы идти на следующую стоянку. Фил помогает больше всех. Как ты помогаешь парус расчехлять? Ой. Ой. Может, в другом месте попробовать залезть, Фил? Нет, здесь? Может, там надо, где Гоша? Вау! Так мы пока туда довернем, нам еще прямо идти сколько? А шквал уже вон за нами идет. Так. Мы подняли якорь, уходим из Форт-де-Франса. В кают-компании готовится хлеб, а за нами идет шквал. И если он нас догонит до того, как мы повернем за угол, то хлеб мы будем собирать с пола. Вот, собственно, там горы, но за дождем их не видно. А мы идем в Сан-Пьер. Это северная стоянка острова Мартиник. С этой стороны тоже дождик у нас. А, нас окружает дождь со всех сторон. Дубль 2. Черепаховая бухта нам не понравилась. Мы вон там стояли. Мы пошли дальше. И вместе с нами тут еще вышла вот Амель. Катамаран. Этот обратно идет. А с этими двумя у нас, короче, негласная регата, наверное, сейчас будет. Кто быстрее дойдет до куда-нибудь. Поехали! А? Брызгается. Большой-большой секрет. А он тут прям оранжевый. Пока мы шли в эту метану за угол, мы его видели, он там. Всегда стоит одинокий, растянутый.
на скалы. Где сампер все-таки? Вот это или вон это? Вон там. Гора Сан-Пьер, наивысшая точка Мартиники. У Кэпа сегодня дежурство по помойке. По помойке. Все, можно ничего больше не говорить. По помывке панелей. А что еще делать? Парус стоит, лодка идет, вода с неба капает. Чтобы не помыть панели. Бум на меня едет. А. Не видишь еще, здесь ставим лак вода. Вот здесь работаем, здесь еще работает. Это все углы все там расчищают. Углы еще не зачистили. А ты не зачистишь ножечку углы. Тебе нужно взять этот. Чизлс. Особенность нашего автопилота. Филипп теперь может рулить. Мы, конечно, идем на автопилоте, куда надо. Но зато Фил может рулить. Рулишь? Молодец. А автопилот все равно возвращается на курс, да? Вот, молодец. Рули, рули, рули. А вот здесь вдоль побережья дорога, машины едут. Оно прям пробивается. Гора в облаках, красивая, красивая. А вон та туча, которая над нами прошла. Стоять, не ведать, скользкая палуба. А дождь туда ушел. В сторону Панамы куда-то. Прям видно, на глубине лежат. Раз, два, три, четыре, пять. Вот еще подо мной сейчас. Две, три. Офигеть! Четыре, пять, шесть. Они дорожкой прям. Вот это да! Не, я хочу снять, что когда вы уже переедете на Карибы, обматереете для своей чартерной компании, вы должны выбрать очень легкое и запоминающееся название, чтобы запоминали про вас. Итак, мы прибыли в Сан-Пьер. Это город на севере острова Мартиника, и здесь родилась Жозефина, которая была супругой одной известной личности. Какой, напишите в комментариях. Вот, а еще, согласно Википедии, этот город засыпало пеплом. Ну, вернее, как не засыпало. Этот город, согласно Википедии, здесь было в 1902 году извержение вулкана, вот этого вот Сан-Пьер одноименного. О, Сан-Пьер — это вулкан? А, блин, не видно. Здесь это говно.
вот эта вот гора носит одноименное название Сан-Пьер, и в 1902 году, согласно Википедии, было извержение вулкана, и весь город погиб, и, собственно, от него остались одни развалины. Ну что, посмотрим на развалины? Где развалины? Пошли искать. Ну, я точно развалина, та еще. О, да. Ой, спасибо. Такой вообще вылитая вообще сметана. Вылитая сметана. Куда она вылитая? Чё? Здесь так тихо. Как будто здесь до сих пор нету жителей. После извержения. Поэтому мы будем говорить шепотом, чтобы не тревожить духов этого города. Ой, что-то похолодало. Дурило. А наверху в окне сидит голубь. Кажется, мы нашли, как попасть в развалины. Сейчас проверим. Оу, мы в развалинах! Филипп, а если мы с тобой отсюда сейчас свалимся? Ой, пошли. А сейчас здесь живут голуби в разрушенном городе. А могли бы жить обезьяны, как в фильме про Маугли, в мультфильме. Мемориал, посвященный катастрофе 1902 года. Природа здесь все очень красивая. Так, значит, вот музей, посвященный этой катастрофе, и цены вот такие. Входной билет взрослый 8 евро, ребенок 7-17 лет 6 евро, меньше 7 бесплатно, и группа 10 персон 6,50. Ну, непонятно, 6,50 с человека. Получается, наверное. Не дешевое посещение билета, это музея, прям скажем. Поэтому мы в него не пойдем. Раз вижу черных цыплят. Здесь даже цыплята черные. Какой прикол, такие комочки. Дядька сидит, рыбачит, а рядом стоит пеликан, выпрашивает рыбу. Наглый. Ну вы. Все мне в кадр влезли. Не дождалась своего хозяина. Скинула колеса. Скинула. Все, короче, скинула. Так, ну мы сюда пришли снять реку. Не знаю, если бы не было бы домика, было бы красивее. Ой, сгорел гараж. И машина в нем тоже сгорела. Остался один каркас. Хорошо, сгорело. А? Дорожки такие здесь, тротуары. Да-да, тротуар. Сточная канава, там уже дорога. Куда полез? У-у-у, как интересно. Опять сгоревший дом. Все в черной копоти. А еще здесь черный песок на пляже. Черные курицы. И черные цыплята. И вспоминается страшилка из детства. В черном-черном городе, на черной-черной улице. Ветеринарная клиника и хозяин в ней. Кот. Мяу.
берега, и у них же нет как бы мотора. Они как бы пришли, встали, все, кинули, я перекрасил условия там. Все. Сейчас он там на заднем плане будет рождение сухогруза. Вот он пошел, 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 головка вылазит. Так, 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 еще чуть-чуть. Еще, 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 еще. Поздравляю, на свет появился новый сухогрузик.